Я считаю, что Greenpeace, в принципе, занимается благими у нас делами, но иногда они перегибают палку, и вот как раз этот случай доказывает сие действие. Я считаю, что все-таки наказать их нужно, но не приравнивать их к пиратам и к каким-то злостным нарушителям. Вот. Я все-таки считаю, что нужно смягчить им наказание.